Всем привет, всем здравствуйте и всем добрый день. Мы приглашаем вас на футбол в набережной Челны, стадион КамАЗ. И здесь 14-й тур Мелбет первой лиги. Матч-то, конечно, ну просто закачаешься. КамАЗ против Енисея. КамАЗ идет вперед. И атака может получиться очень-очень опасная. И вот такое вот начало. В принципе, мы с вами этого и ожидали, что голов будет много. Голы будут и с одной стороны, и с другой. И посмотрите, уже буквально через пару-тройку минут после стартового свистка счет в этом матче открыт. Но самое главное, что есть результаты, есть набранные очки. И здесь интереснейший момент. И посмотрите, какая изумительная атака. Анзор Саная. Ух ты! И добить можно, но можно добить! Как же так-то? Ошибку сейчас допускает Алексей Мамин. Красиво. Что дальше? Будет ли удар? Вот отсюда уже можно пробить. Рикошет! И забивает Енисей. Забивает Енисей в концовке первого тайма. Но игроки КамАЗа считают, что было нарушение правил. По всей видимости, гол не будет засчитан. Ломакин, а вот сюда уже можно и пробить. А вот такой удар и такая перекладина, и будет добивание. Ой-ой-ой-ой-ой, и продолжится атака. Саная на наших экранах, здесь навес. Интересно, сейчас голкипер сыграл Алексей Мамин. Удара не будет, а до удара дело не доходит. До удара дело не доходит, это важнейшая победа для КамАЗа.